Ну, вначале я бы хотел поблагодарить наших болельщиков, которые, несмотря на то, что был пустой стадион, они пришли, поддержали нас в гостинице, и, наверное, это придало какой-то стимул ребятам. Здесь то же самое, и они пошли после игры, их поблагодарили. Это действительно очень важно, и всегда, когда мы приезжаем в Луцк, всегда хорошая поддержка именно болельщиков киевского «Динамо». И нам всегда приятно играть в этом городе. По игре, я сказал сейчас на флеш-интервью, наверное, этот гол, который мы пропустили, он действительно был важен для нас, потому что всегда не просто проводить матчи после Лиги Чемпионов. И этот гол встряхнул, и футболисты начали играть уже с повышенной ответственностью, отдавались на 100%. И создали достаточно моментов, и, я думаю, счет по игре. Эта проблема может быть где угодно. И в Лиге Чемпионов, во всех турнирах может быть проблема. Но, наверное, сейчас будет какая-то ротация, и те футболисты, которые не получали достаточное время в основном составе, должны доказывать и выходить. Я не могу сказать, сколько игроков будет отдыхать. Мы завтра придем, посмотрим, в каком состоянии ребята. Но в таком ритме играть тоже непросто. Конечно, все в Европе играют, но, к примеру, сегодняшняя игра. Мы просили Волынь пойти на уступку, сыграть в воскресенье, потому что после Лиги Чемпионской игры через два дня перелет. Наверное, это непросто, тем более Волынь не играла на Кубке. Ну, наотрез отказались. Я не знаю, по какой причине, но мы играли в субботу. Конечно, мы согласились, Волынь хозяева, но я думаю, что сейчас у нас такой чемпионат, где мы, все команды должны помогать друг другу. Тем более, мы не говорим переносить куда-то матч. Мы просим один день немножко паузы, чтобы ребята хотя бы немного восстановились. Я рад, что сегодня действительно ребята выложились, показали, что мы можем играть через два дня без проблем. Да, он ничего не пропустил. Это хорошо, когда в команде на этой позиции есть конкуренция. И Беседин себя проявляет хорошо, и забивает мячи, и Марайс. Наверное, тренер от этого только выиграет.